И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в Shadow of the Tomb Raider. В прошлой серии нормально так приземлились, и в этой нам нужно что-то сделать. Найти лагерь, по всей видимости. Золотишко 3000 уже насобирали потихоньку. Жесткая посадка. Найдите выживших. А из выживших у нас экипаж-то был только Мигель, пилот и Иона, в принципе. Так, что здесь есть хорошего? Ничего не видно. Вон там впереди. Вон, смотри там. У нас только снаряжения никакого нету. Там обезьяны сидят, смотри. Мигель там камнем в лицо по каким-то получил, и ему хорошо. Потом пригодится. Угу. Потом пригодится. Древесина. Для изготовления бесшумных стрел и улучшения оружия в лагере. Хорошо. Там, по-моему, еще какие-то палки были. Вот здесь где-то. Прихвачу с собой. Давай. Иона! Кто-нибудь меня слышит? Сейчас тебе какой-нибудь бабуин услышит. Эй! Так, нам туда. Кто-нибудь! Мирабилис. Стебли и лепестки желтого цветка используются для снадобья концентрации. Где они? Надо их найти. Столько птичек, смотри, там всякие обезьяны бегают, да, и тому подобное. На них, наверное, охотиться надо будет. Как круто. Мы уже близко. А вот так вот фоторежим. Фоторежим, логотип где-то, по-моему, был, да. Вот так вот спрятать этот интерфейс. Круто, да? Можно еще камеру подвигать, нет? Нельзя? Да, скриншотик. Да, уверен. Продолжить. Там кто-то есть. Нужно идти туда. Сейчас пойдем. Идите в сторону сигнала. Так, карта. Ох, нифига себе. Неизвестная локация. Нормально так-то. Пробежаться надо будет. Потихоньку. Вон там, смотри, там бабуины всякие сидят на дереве. Но оружия-то что-то нету. Аккуратно. Аккуратно. Перышки. Перед для изготовления стрелы и восстановления костюм. Восстановление костюмов. Так, а как мне до туда долететь? Вот в чем вопрос. Что-то далековато, нет? Ну давай. Охренеть. Ух. Давай, залази. Обезьяны. Ага, обезьяны. Вон, висят на дереве. Слушай, а вот так вот можно сделать, например, фоторежим, да? Эх, близко нельзя, слишком далеко, вернее, от Лары отодвигать. Так бы поближе, да, посмотреть?
Да, уверен. Продолжить. Паучки всякие бегают. Слушай, очень круто сделано. Ой. Прям спинтайрес у нас тут. Огонь. Кто-то должен быть рядом. Эй! Фиона! Мигель! Вы слышите? Где вы? Только оп, ножа нет. Но мы нашли лагерь, тем не менее. Бортовой журнал. Это бортовой журнал нашего самолета. Мигель записывал долговременные прогнозы погоды. В течение следующих 3 дней должно было быть жарко и сухо. Максимальная температура около 30 градусов, возможен легкий дождь. Из других записей становится ясно. Мигель считал, что вероятность сильной бури ниже 50%, иначе бы он нас не повез. Но в прогнозе не было никаких бурь, не говоря уже о сильных. Понятно. Так, давай посмотрим лагерь. Я даже не думала, что буря будет такой сильной. Это все моя вина. Надо было послушать Иону, надо было все продумать. Нельзя было брать тот кинжал. Надеюсь, больше никто не пострадал, и остальные деревни в порядке. Нужно остановить череду бедствий, пока не поздно. Развитие навыков охотника улучшает способности Лары, связанные с изучением местности. Ветка воина улучшает боевые и связанные с оружием навыки. Ветка мародера улучшает навыки изготовления предметов и скрытности. Хорошо. Выберите навык, который хотите изучить, из любой синей, красной или зеленой ячейки. Навыки с белым контуром уже приобретены и изучены. Серые ячейки отблокируются, когда смежные с ними навыки будут приобретены. Некоторые навыки необходимо найти в мире, их нельзя приобрести. Хорошо. Это что такое? Сюжетная награда. Хорошо. Сюжетная награда. Так, ну и чё? Ловушка Аспида. Скорость крокодила. Это у нас уже получено. С белой, да? Делайте из тел врагов ловушки-приманки. Они привлекают... Привлекатють. И после активации убивает ближайших противников шрапнелью. Хорошо. Шагоцина. Приглушение шума. Это гнездо. Увеличение количества рукотворных ресурсов, добываемых из любых источников. Повышенный шанс вернуть стрелы при обыске врагов и животных, убитых из лука. Увеличивает шанс найти редких животных. Совиная добыча. Вот это бы все поизучать надо, почитать, что здесь есть хорошего такого, да? Так, это у нас красный воин. Синий охотник, зеленый мародер. Лара определяет точное положение сердца крупного животного в режиме инстинкта выживания. Ранение в сердце наносит огромный урон. Ну, прикольно. Отображает артефакты, монолиты, сундуки с сокровищами. О, вот это прикольная штука. Давай возьмем. Отлично. Подсветка объектов, связанных с испытаниями в инстинкте режима выживания. Тоже прикольно. Это вот в первой серии мы там что-то в гробнице стреляли по каким-то этим, да? Голоса мертвых, по-моему, испытание было какое-то. А так они будут подсвечиваться. Стоимость навыка 2. Блин, дороговато. Отображение ловушки. Открывает улучшение оружия следующего уровня. Тоже прикольно. Ускорение полного натяжения тетивы и сокращение времени между усиленными выстрелами. Визуальная помощь при прицеливании в голову врага. Повышение сопротивляемости урону. Это сюжетное все, да, у нас? Награда гробницы испытания.
возможность одним выстрелом пустить две стрелы в две захваченные цели, в три захваченные цели. Прикольно. Ну, такое. Более выгодные цены у торговцев. Награды, награды, награды. Здесь что такое? Добавляет возможность стрелять сигнальными патронами с любых пистолетов. Они поджигают небронированных врагов, при этом временно ослепляя соседних противников. Оглушает противников. Дольше эффект. Химические гранаты, стрелы приманки. Ловушки. Требуется меньше ресурсов для восстановления костюмов из фрагментов. Дыхание крокодила. Скорость крокодила. И здесь дыхание крокодила. Ну вот тоже прикольно, да, плавать подольше под водой. Возможность совершать бесшумное убийство, не поднимая тревоги. Ну, очень круто. Возможность тихо убить второго противника и совершить серию убийств. Круто. Мне нравится. Давай возьмем. И это 2 очка навыков требует, да? А у нас всего 2. Ну давай. Ярость змеи. Совершив тихое убийство, нажмите F, чтобы убить еще одного противника. Хорошо. Так. Доступен новый навык. Но у меня нету очков навыков. Как узнать больше? А, понятно. Ну, много такого вкусного. Не пойму, почему... Вот так, если только... Угу. Ну и все. А как оружие крафтить? Недоступно, недоступно. Две иконки какие-то. Что, двигаемся дальше? Теперь у нас будет много чего подсвечиваться, да? Вон всякие, смотри, начали. Сюда упал обломок самолета. В этом грузе мое снаряжение. Надо его... Может, там найдется какой-нибудь острый кусок металла? Смотри, стало все подсвечиваться. Без инструмента этот ящик не открыть. Угу. Так, а залезть по этому канату никак? Вон там только. Может, какая-то железка из обломков? Это пока никак. Железка из обломков. Это надо вот эти вот веревки все перерезать, получается, да? Мачете соорудим из пропеллера. Давай. Еще бы голову бы отрубило бы еще. Что, нырять что ли за ним? Да ты заколебала меня, эта мурена, эта долбаная. А я? Тварь, тварь, получи. О, жесть. Там нормально все? С рукой нормально все? Ну и где эта мурена? Зарезал ее.
Ладно, всплываем. Хорошо, но он тупой. Нужно его обо что-то заточить. Соберите запчасти, чтобы сделать нож. Хорошо. Запчасти. Лианы всякие, смотри. Вон там, смотри, всякие хомячки ходят. Привет. Пойдет в дело, но нужно больше. Как раз то, что я искала. Только нужно еще несколько. Ну. Шкуры. Шкуры используются для улучшения оружия и изготовления костюма в базовом лагере. Кого-то здесь съели. Но мне интересует вопрос, не кого съели, а кто его съел. Вот в чем дело. У меня есть все, что надо. Пора назад в лагерь. Пошли. Так, изготовление оружия. Войти в меню предметов, чтобы изготовить нож. Давай. Ножик. Удобный наскоро сделанный нож, который можно перерезать веревкой, а также бесшумно устранять врагов. Вот это шашка. Получено. Отлично. Ресурсы. Так, здесь что такое у нас? Костюмы. По-моему, лицо у нее поменялось. Смотри. Это вообще какая-то другая. Выжившая. Искательница приключений. У нее реально другое лицо, смотри. Старая куртка. Команда. Серая майка. Давай в маечке побегаем. Эффекта нет. Вот, а тут еще есть даже что-то. Ну-ка. Костюм привидения. Это, наверное, из этого Баба-Яга-то, помните, было дополнение к прошлой части. О! Все пойдет. Да ладно. Да ладно. Нормально так. Давай вот так побегаем. Е, вращать Лару. Давай, Лара, повращайся. Только раз такая. Что тут у нас? Так, подожди, там еще что-то можно было сделать. Предметы. Ну-ка еще. А, снаряжение. Это что такое? Веревка. Моток веревки используют для стрел с веревками. Бла-бла-бла. Понятно. Дайте. Хочу. Скрыть интерфейс. Вообще тема. По-моему, да? Огонь. Ну, скриншот. Эй. Вот. Отлично. Продолжить. Да нормально. Достаточно острый. Да пойдет, ну. Пошли, свиней резать всяких. Кабанчика какого-нибудь нельзя замочить. А ну стой. Стой, свинья. Крюкая бегает. Такс, что нам нужно сделать? Перережьте веревки, удерживая снаряжение. Точно, точно. Давай. Их все равно что-то держит. Да, конечно, вон еще веревка есть. Давай, давай.
Ну? Да чтоб тебя, ну. Давай. Да, теперь я заберу снаряжение. Отлично. Это другое дело. Ну почему я все вместе не упаковала? Ну хотя бы лук. Прям бодренький такой. Мисс Крофт, кто-нибудь, прием! Мигель, ты где? Черт! Даже колчан со стрелами есть. Так, нам туда. Какие-то вот веревки тут есть еще, да, смотри. Хотелось бы побегать, может быть, что-нибудь найдем. 18 стрел есть. Пошли какую-нибудь свинью застрелим. Водопадец. Прикончил всех этих. О, дровишки. Там же что-то выстрел в сердце, там все дела. Готово. Птичка. Птичка, живи. Две шкуры и одна какая-то хрень. А, ресурсы где-то было там. Легенда ресурсов. Да харе, ну. Зайка. Одна шкурка с него. Надо же все проверить. С кого и что добывается. Там бегают. Носовой платок. На платке монограмма ПХВ. Должно быть, это Персиваль Харрисон Фоссет. Ну-ка заглянем в лагерь. Навыки. Давай смотреть. Что-то было как-то в сердце стрельнуть. Получите возможность получать токсины и яд, разделывая пауков и жуков. Увеличивает шанс найти редких животных. Ну, даже не знаю. Тут 2 очка навыков надо. Ну, точное положение сердца, может быть. Давай проверим, что это такое. Зрение и липа. Чтобы обнаружить сердца крупного животного, прицелиться в него или использовать инстинкт выживания. Ранение в сердце наносит животному огромный урон. И удерживайте прицелиться для обнаружения сердца. Хорошо. Давай сейчас.
Так, предметы. Для улучшения оружия необходимы определенные элементы, такие как детали, ресурсы и навыки. Меню предметов. Выберите оружие, затем нажмите на иконку улучшения, чтобы открыть меню улучшения. Выберите доступное улучшение, нажмите на него, чтобы его сделать. Хорошо. Доступное улучшение. Один. А тут что? Е. Улучшить. Улучшение оружия. Улучшение повышают характеристики оружия, такие как точность, удобство и боезапас. Каждая характеристика может быть улучшена многократно. Определенные навыки позволяют Ларе делать еще более сильные улучшения. Так, хорошо. Что здесь? Урон. Можно вкачать, да? 7 дров, 5 шкур. Ага. Вот я тут всякие штуки могу делать. Ну давай. Усиленные плечи хочу создать. Хочу. И эти закрылись, смотри. А, потому что шкурок нету. Седло для стрелы. Полка с желобом. Вощеная тетива, обмотка рукояти, оплетка тетивы, доработанная рукоять. Тут такой. Вот, куй, легенда, ресурсы. А, это жир. Капелька, это жир. Вот эти вот ключики, что значит 3 из 4. Пока непонятно. Улучшение 1 из 8. Предметы. Костюмы. Авантюристка. Ноги. Получено. Получено. Эффекты нет. Снаряжение. Трос. Веревка. Хорошо. Класс. Ну, значит... Значит, нам нужно найти Мигеля теперь. И идти куда-то в ту сторону. Ну, в целом, неплохо. Экипировались, оделись, с ресурсами, с навыками более-менее разобрались, так что, в принципе, все хорошо. И я думаю, что на это... О, давай, кстати. Вот прям в сердце. И ему пофиг вообще. Сердце мое. Сердце, сердце, сердце. Иди сюда. Вопрос, как стрелы изготавливать, потому что стрелы-то я трачу, 12 стрел осталось. Что это такое? И? А, это лягушка была, господи. Я хотел птичку. Я хотел птичку. Там, смотри, типа сердца, да? Вот это еще что такое, тоже лианы какие-то. Но я хотел какую-нибудь еще птичку замочить, посмотреть, что это такое, сколько с них перьев добывается. Прям смотри, волхак. Я хочу прямо, чтобы точно, вот, чтобы он остановился. Стой. Стой, говорю. Да, ваши шмашут-то, ну. Моргает еще. Ты не сдох здесь? Свалил? Зараза. Это что такое было? Какую-то пещеру нашел. Да харе, но пещера, похоже, прогружается. Исследуйте склепы, чтобы узнать их тайны.
кучу ресурсов опять же нашел. Ну ладно, со склепом мы разберемся, ребят. На карте почему-то нет... А, нет, отображается, смотри. Тут у нас что такое? Это лагерь, это... Гробница есть какая-то. Круто. Тайник выживания. А это... Ну-ка, склеп. А это артефакт. Ну, это я собрал, значит. Да. Ну и вот по этим, наверное, мы с вами прогуляемся. Я думаю, что торопиться особо не будем. Походим по всяким по склепам, походим по всяким гробницам, склепам и тому подобным всяким вещам. И уже этим будем заниматься в следующих сериях. Такие дела. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Увидимся. С вами был Серега. Всем счастливо. Всем пока-пока.